Я помню первый финал, я ночью вообще не спал. Сейчас, слава богу, я уже засыпаю, потому что очень много мыслей в голове, ты всегда думаешь какие-то моменты, там, фантазируешь, там, забил гол в финале, забил гол в овертайме, но в основном очень тяжело первая игра дается, потому что с Нэшвиллом мы не так часто встречаемся, знаете, когда именно Запад против Востока играет в финале, всегда думаешь, как они будут играть. Как мы будем играть, потому что мы провели, по-моему, 3 игры всего в сезоне, и да, 2 игры даже в сезоне, и это не так много, и ты смотришь по телевизору, они в таком порядке, и ты думаешь, блин, нам надо быть лучше, поэтому самое важное, это первая игра, и она, мне кажется, будет определяющей в этот завтра именно, и она будет определяющая в этой серии, надо очень уверен сыграть начало игры первой смены, потому что мы знаем, они молодая команда, они выпрыгнут, побегут, поэтому надо быть готовым. Седьмой матч против Октавы был крайне эмоциональным, мягко говоря. Насколько вот после таких матчей сложно перенастраиваться, восстанавливаться и как бы начинать все заново, потому что опять все начинается при счете 0-0. Ну, на самом деле, каждая игра эмоциональная, а седьмой матч был эмоциональным, потому что мы сыграли 2 овертайма дополнительных, но я думаю, это положительные эмоции, когда ты в овертайме выигрываешь и выигрываешь дома, у тебя после этого немножко времени восстановиться, отдохнуть, и эти эмоции должны тебе помочь в следующем, потому что, конечно, нам хотелось выиграть. Ты потерял там эмоции, но эти эмоции восстановятся завтра уже, потому что ты играешь в финале, ты должен понимать, что не так часто это может случиться еще в твоей жизни. И поэтому эмоции обязательно к тебе придут, как к хоккеисту, как к игроку. Эмоции, они никуда не денутся. Самое главное, надо выйти сконцентрированным, отдохнувшими и показать лучший хоккей. Смотря в своей игре, чем Питтсбург прошлогодний отличается от Питтсбурга образца этого года? Ну, больших изменений нет. В принципе, игроки все те же, немножко линии остались другие, ну, поменялись, да, нет знаменитой тройки, да, но все игроки те же, у этой тройки чуть-чуть не сложилась игра, тренер их поменял, но опять же, в финале все может произойти, могут их вернуть, может, надеюсь, до этого не дойдет, но опять же, по ходу игры будет очень много меняться, там будут травмированы, будет кто-то выбываться, кто-то добавляться, поэтому это хоккей, и никто не думает, что все закончится быстро, там, в 4 играх, будет очень упорная, тяжелая серия, но наш состав, вернулся Хорквист состав, Шулц будет играть, поэтому травмированных у нас нету, все в составе, и это тоже очень важно, что все выздоровели именно в первой игре. Говоря о линиях разных, один вопрос, расскажи, пожалуйста, ваши взаимоотношения с Кэсселом. В 6 игре многие увидели, вы нервничали, разговаривали друг с другом, иногда это приходило на крик. Как происходит отношение вот именно с Кэсселом? Ну, опять же, мы оба были друг другом недовольны, но это опять же было там двухминутное какое-то, я не знаю, двухминутный крик друг на друга, но это эмоции, это не говорит о том, что мы не любим друг друга, мы не хотим играть вместе, допустим. Нет, мы очень профессионально относимся друг к другу, мы уважаем друг друга. Где-то у нас не получилось там пару смен, мы высказали все претензии, выпустили пар, пожали руки и пошли играть дальше. Это и есть хоккей, потому что не бывает все монотонно и в одном ритме, в одном заданном таком ритме. Нет, здесь бывает и вверх, и вниз, бывают эмоции, бывают и спады, и ты понимаешь, и где-то надо друг друга встряхнуть, где-то выпустить пар. Мы покричали друг на друга, выпустили пар, подошел тренер, предъявил нам за это. Поехали дальше играть.